Скорее всего, даже сегодня будет узнать. Но, что
только обычное видео, мы уже стараемся делать. Потому что сделать необычное, что-то, что будет интересно и не повторялось. Я придумал, что можно здесь делать. А какой-то модификации. Я вам расскажу по поводу нашего видоса. Что же этот человек разберет? И посмотрим, что внутри. Она как бы тоже взять никто не хочет. Как будто не просто типа откуда пока. Скучно всех на полутора была, он еще прочитал не тут был победы и так далее. Ну, видно, что ее уже открывали, может быть, даже чинили. Сейчас я не все это подробно напомню. Люди скидывают в Москве, в Петербурге, все мы мечтаем. Я был в Казахстане, к сожалению, таких писал очень много. Но люди похожи, клоны, пегасусы, кажется, так они назывались. У нас были в магазинах истории дороже, чем совсем данные. А у меня была молодая бензин. И я поучаствую все равно. А вот сейчас задумаю, как работает камера. Какие же мопеды тут переезжают. Я поступил на очень хороший звук, и почти как будто не понял. И, собственно, изображение неплохое. Это вот было. Ну, как бы, сами делали хороший. Это крепкий корпус, она имеет довольно неплохой вес. Вот так она открывается. Клавиши на ножнице. Вот такое радиоустройство. Есть кварцевый резонатор. На неизвестно сколько герц. 326. Вообще это версия Power Bin, кажется, как она называется. Воды я приводим. Перекрой вход. 55 потребления. Пошли. Это нормально, что тебе дают. Желаю, уже не как нужно. Сейчас мы делаем размеряем там 200, 100, 96. Выключим тесто, мой разъем. А это конверт TWS. Первый годик. Это вообще легко можно сломать. Вставь. Механизм выпуска. Это довольно удачный механизм. Именно не штуковый. Процессор это полностью вся деньги в одной отрасли. В одной прикольной клетке Юнисин фирма выпустила в 2004 году процессор 95-61. Вот такой. Красивое дело. И к нему все подключено. Я убавить, у него видео чип, у него основной процессор и все остальные штучки. Чтобы попросить питание, но помимо всего, как мы делали здесь, и на видео. И всякая мелкая вязка, которая никак не смешно. Все, это полностью третий, это вот этот чип. Клево. Тут даже конденсатор не будет стоять, не переодеть, все камеры на них. Кстати, где написано, что стоит большой конденсатор, примерно 47 кг. Все, так, клево. Не живите, можно даже больше. Вот это раз 100-150 вольт. Все это вам хорошо получится, потому что в этом шпаге деньги будут работать стабильно. Потому что больше конденсатора. Все, берем
Thank you.